Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем гараж для радиоуправляемых моделей. Вот масштаб, наверное, получится 1 к 10. По длине у нас, значит, получится где-то сантиметров 70. Я уже нарезал. Вот у меня оставался материал, кусочек, наверное, и я докупил. В общем, в общей сложности для того, чтобы построить данный гараж, у нас уйдет около 300 рублей, если покупать строительный материал. То есть, ну, пускай, грубо говоря, будет 300 рублей. Вот такие вот панели брал я, значит, матовый. Вот. Ну, даже лучше, я скажу. В принципе, если взять глянец, то будет очень красиво все это выглядеть. А матовый нам нужен для того, чтобы вот не отражалось ничего. То есть нас не было видно, если будем делать какие-то фотографии, снимать видео и так далее. Так вот, длина гаража 70 сантиметров. Одна плита у нас шириной 25. Я планирую две положить, то есть это уже 50. Вот, и в высоту, наверное, тоже полтинник получится. Ну, естественно, задняя стенка тоже 70. И крыша в длину 70, а в ширину 50. Вот. Пока соберем сам корпус, так скажем. Вот. Здесь вот я длинный 4 пластины уже сделал. Хотя этого мало. Хватит на пол и на боковую стенку. То есть еще крышу необходимо сделать. Будем смотреть, хватит у меня материала или нет. В общем, как-то так. Так, что еще? Что еще? Вот такие вот соединители у нас идут. То есть это 90 градусов. И между собой, чтобы соединять. Наверное, внутрь короткой, наружу длинным. Скорее всего, будем здесь вот промазывать клеем и вставлять уже плотно эти пластины, чтобы не разбирались, не болтались, чтобы можно было легко его перенести, убрать и так далее. В общем, поехали, начинаем собирать. Склеили две между собой. Нахлёст одна на другую. Здесь, если что, подрежем для наших креплений. Поехали еще одну собирать. Склеили еще две пластины между собой. Сюда поставили уголок 90 градусов, тоже приклеили. Только клей хреновый, поэтому держится не очень. Но думаю, когда коробка будет собрана, все будет зафиксировано. Тоже даем высохнуть. И надо еще одну такую собрать. То есть пол, стена боковая и крыша. Вот. Ну, пока как-то так. Может быть, сначала сделаем три стены. Потому что у меня клея тоже нет. В общем, поехали дальше. Так, приклеили нижние крепления. Отрезали еще две части боковины. И сейчас мы их между собой склеим. В общем, попробуем, сейчас вдруг размер не подходит. Так, поставили вторую перегородку. Надеюсь, что это все ототрется, вся эта грязь. Таким вот образом выглядит. Сейчас еще здесь сделаем. Скорее всего, подворота надо замерить, чтобы наш тамивский грузовик вошел спокойно, даже со спойлером. Вот. Пока ставим отверстие, подумаем, как сделать ворот. Возможно, электрический или открывающийся. В общем, видно будет. Крышу тоже, наверное, не знаю пока. Может быть, одну пока постелим перегородку. Вот, может, пока ставим без нее, чтобы все здесь сделать сначала, а потом уж накинуть. Наверное, так. В общем, давайте посмотрим. Поехали дальше. Так, вот как это выглядит по сравнению с нашим грузовиком. У грузовика масштаб 1 к 14. Длиной у нас 63 сантиметра. То есть как раз посчитали. Вот. То есть одна панель шириной 25, того 50. Грузовик вроде 18. 19, если даже вот так вот. Остается сделать здесь и крышу.